Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в цеху Каменского станкостроительного завода и хотели бы предложить вашему вниманию универсальный обрабатывающий центр серии «Камнерез». Данная серия имеет внушительные размеры, внушительные возможности, внушительные габариты. В общем, это один из наших самых больших станков. Данная модификация станка имеет размер рабочего поля 3600 мм на 3600 мм и ход по оси Z 1,5 метра. То есть данные станки разработаны специально для изготовления разных объемных элементов декора, вазы, капители, колонн, то есть из камня, а также большие мастер-модели для литейных производств, для машиностроения и многого другого. Что хотелось бы рассказать о конструктивных особенностях данной модели, о его возможностях. Значит, рама станка изготовлена из профильной трубы с сечением 350 на 350 мм. Толщина стенки 10-12 мм. Станок имеет кабинетную защиту, то есть он со всех сторон закрыт панелями. При обработке камня это очень удобно, чтобы подача сошни не разлеталась по цеху. Значит, по линейным осям, по оси Y и по оси X установлены косозубая рейка, планетарный редуктор, также установлены сервоприводы мощностью 2,2 кВт. По оси Z установлен винт ШВП диаметром 35 мм, также установлен планетарный редуктор и тоже сервопривод мощностью 2,2 кВт. Станок имеет литьевую чугунную поворотную голову, она обеспечивает хорошую жесткость, рассчитана на высокие нагрузки, то есть на хорошую скорость и качество обработки. Также станок имеет 9-киловаттный шпиндель с автоматической сменой инструмента, что позволяет быстро поменять инструмент как через систему ЧПУ, так и оператору вручную. Станок является 5-координатным, то есть у него поворотная ось С, которая вращает голову вокруг оси Z, а также поворотная ось Б, которая изменяет угол наклона шпинделя, что позволяет станку обрабатывать сложные изделия с отрицательными углами, с подтрунениями. На станке установлен алюминиевый стол с Т-образными пазами, установлены волновые редуктора по оси B и по оси C. А также основное преимущество данного станка – это то, что ось С и ось Б имеет бесконечное вращение. То есть при вращении оси С может вращаться больше, чем на 360 градусов, то есть вращаться бесконечно, не запутывая внутри провода, не ломая их и не обрывая. Тем самым как бы предохраняя станок от ошибок оператора. Данная серия станков в базовой комплектации комплектуется стойкой управления ЧПУ на базе персонального компьютера. Интерфейс русскоязычный, то есть интуитивно понятный, все функции доступны и описаны в инструкции. Оператору несложно будет разобраться с системами управления станка. Все на русском языке, интуитивно понятно и доступно. Данный станок может обрабатывать такие материалы, как пластик, дерево, все виды камня, работать с мягкими металлами, вплоть до обработки стали.